Здравствуйте, меня зовут Корикова Виктория, мне 14 лет. Я обучаюсь в художественной школе «Колорит» на протяжении 8 лет. Мой путь работы с темперой начинался с небольших пленерных этюдов, подобных этому. Немного освоив материал, я приступила к выполнению эскиза, а далее к основной работе. Моя работа называется «Натюрморт с лошадкой», потому что лошадка смотрится контрастно на фоне стеклянных и предметов природного происхождения. Работа выполнена в академической манере, где явно видна материальность предметов. Я рада представить вашему вниманию мою работу и считаю, что добилась творческого успеха. Спасибо за внимание.